на четвертом корте теннисного центра в Минске на улице Кузнецова. Начался полуфинальный матч в мужском одиночном разряде турнира второй категории «Судья Минск». Категория возрастная, 14 лет примерно. На четвертом корте встречаются спортсмены Петр Капустин, футболка черного цвета с розовым, против Никита Кошелева в голубой футболке с белым. И в матче выбега Кашмирова и Даниэля
Пока что идет Алибек со счетом 2-1 в первом сете. Мы возвращаемся на четвертый корт. Подает Никита. Okay.
Нельзя назвать ее невынужденной. Эта ошибка была вынуждена. Никита вынудил Петра ошибиться. Вернемся на третий корт, где встречаются Олег Качмазов и Даниэль Ибрагимов. Пока что Даниэлю не удается завязать борьбу. Счет 5-0 в пользу Алибека, и в первом сете пока что он ведет со счетом 5-1. Даниэль допускает ошибку, 0-15 на подаче. Торопится на приеме Алибек и ошибается в сетку по 15. Возвращаемся на четвертый корт. Возвращаемся на четвертый корт. При счете 2-3. Подает Никита Каширин. Выполняет решение подачи. Петр проводит качественную атакующую комбинацию, но Никита отвечает фактически эйсовой подачей. Петр лишь коснулся мяча. Thank you.
безупречен Никита у сетки. И в очередной раз напомним, и сегодня мы еще много раз увидим, что Никита будет идти вперед и атаковать справа. Петр выбирает более рациональный теннис. Грамотно, в общем-то, старается. Везет Петру, но Никита был на чеку. И, в принципе, если бы не сетка, наверное, обработал бы данный мяч. Заготовки Никиты, которые срабатывали. Высокому Петру трудно поднимать резанный мяч с пола. И если
обратным курсом мяч проходить. Мяч идет через при выполнении удара по прямой не хватило вращения, потому что сетка в этом месте выше порядка 10 сантиметров. На третьем корте продолжается матч между Алибеком Качмазовым и Даниилом Багировым. Первый сет взял Алибек со счетом 6-1. На подаче Алибека по 15. Возвращаемся на четвертый корт. Никита ведет 4-5 и подает. Безупречен в площадке Петр. Безупречен. Очень тонко обрабатывает. Хочет сказать, что он показывает очень профессиональный качество. Петр справляется.
переложил по прямой, достаточно плотный удар, и Никита, меняя направление, ошибся за боковую линию, меньше на подаче Никиты. Старик, мы